Всем привет! Сегодня 28 мая и канал Сова 2020 поздравляет всех причастных лиц с Днем Пограничника. Сегодня в Новокузнецке возле Театральной площади проходит торжественное мероприятие, посвященное этому празднику. Будет концертная программа, работает полевая кухня. Будет торжественное шествие и возложение цветов к памятнику пограничников Вечного Огня. Воронина Федора Михайловича и ветеранов Thank you.
мемориал российским воинам-пограничникам свечным огнем. Границы Родины священные.